Два богача Ивана Тургенева. Стихотворение в прозе. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые 2000 на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить». «А мы ее и не соленую», — ответил мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика». Краткий анализ стихотворения в прозе «Два богача» Ивана Тургенева. Произведение было написано в июле 1878 года, а напечатано в 1882 году в рамках цикла «Стихотворение в прозе». Тема стихотворения – благородство и душевная щедрость простого человека. Композиция двухчастная. Автор создает зачин и подводит читателя к кульминации, которая содержит и мораль, выраженную в последнем предложении. Жанр – философская лирика. Стихотворение представляет собой свободный стих. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как эпитеты: «убогое крестьянское семейство», «разоренное домишко», «последние гроши». Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.